перестань играть уже. Мама, ты что сделала? Зачем ты клавиатуру сломала? Сам ходи отсюда. Я разбанил. Я сейчас сломаю за тебя от этого компьютера. Ходи. Меня разбанили, подожди, спасибо. Клавиатура сломана. А ты не двигаешься, почему? Клавиатура сломана. Хочу рассказать об охрененном проекте серверов Lightmine.ru. Играй на Bedwars, играй на Skype PvP, попробуй свои силы на Build Battle, возись на сплифе, дюбни себе все что угодно, а купив команду проекта, вы даже можете общаться по Skype с админами. И все это вы можете увидеть на проекте Lightmine.ru. Заходи, ссылка в описании ролика. Я в невидимке и давно за ней наблюдаю. Знаешь, он грифер. Славик его зовут. Алло. Алло, здорово. Здорово, что надо? Слава тебя, да, зовут? Да, Слава. Я хочу, чтобы ты мне приютил, я тебе писал тут на дня. Ой, за алмазики давай, приючу. За алмазики? И сколько их надо? Сколько есть? А, сейчас, подожди, надо бы на инвентаре посмотреть. Вроде 5 алмазных блоков. А, 6. Но я могу их разменять, это будет... Я не помню, сколько это будет. Ну, 20 с чем-то алмазов. 20 алмазов? Ну, хорошо. А где ты? Я тебе кол пишу. Я пока подожди, я сейчас в шахте алмазы копаю. А какой у тебя ник? Медведа, нижнее подчеркивание, нах. По-английски, капсом. Да? Да. Ну, тогда тебе кол сейчас пропишу. Угу. Сейчас, подожди пока. А что, ну, давай тебе помогу в шахте тоже добуду что-нибудь. Сейчас, подожди. А что ты делаешь-то? Да, ничего, копаю я. Копаешь? Угу. А чё копаешь? Ты чё нашёл? Да, алмазы тут некоторые. Сейчас пропишу. А ты где? Я вышел из шахты. А, вышел. Ты чё, уже домой бежишь? Угу. И можно хом же прописать, чё ты бежишь домой. Окей, сейчас. Чё давай ты... прописывай кол ещё раз. Чё-то лагануло. Все, я тебе прописал. Сейчас. Давай, жду. Все. Ты меня... Я вот здесь. Я тебя не вижу. Не видишь? Сейчас это, видимо, лагает. Вот я. Не видишь, что? О, все. Ну что, давай алмазы там. Сейчас. Я говорил, что у меня есть 5 алмазных блоков. Все, я могу тебе их дать сейчас. У меня больше ничего, правда, нету. Ну хорошо, этого достаточно будет. Ладно. Так. Ну как тебе мой дом? Ну, нормальный дом. Красивый, хороший. А чё за да. дом? Можно я выйду посмотрю? Ну, посмотри, выйди, давай. А. Странно. Да. Ну, нормальный дом. Чё-то из алмазов только много здесь алмазов. Ну, тогда бываю. А, молодец. Я тебе даже давай скидочку сделаю. На что? Я тебе чуть-чуть алмазов кину. Ну давай. Вот. Все, давай. Пожалуйста. А что у тебя на обратной стороне дома? О. А, ну у меня там символ. Символ? Да. Ой, что это за символ? Моего дома. Да? Ну, как сам видишь, можешь даже прочитать. А зачем ты так сделал? Тебя за это не забанят? Тебя дом не сотрут? Да никого эти админы вообще могут, вообще лохи, даже до сервера-то не заходят. Ну? А главный админ знаешь здесь? Конечно. И кто это? Мой брат. А твой брат? Да. Угу. Ничего он мне вообще не сделает. И как брата зовут? Коля. Коля? Да. А чё ты тогда... А, ну понятно, откуда у тебя столько алмазов теперь. Угу. Короче... Пошли на второй этаж, я тебе кое-что покажу. И чё ты мне? Вот видишь эту золотую комнатку? Ну и чё? Заходи в неё. И чё? Да вот чё! А ты меня зачем убил? Так не знаю, грифер же, наверное. Сколько много ресов, ресы, класс. Я сейчас чё-то маленько не понял. Стой, я тебе сейчас кол пропишу. Да не буду я тебе
принимать. До свидания. Чё? Не, ну кол пропишу. Ну прими, пожалуйста, я что-то не понял. Я не понял, еще раз покажи, что это за золотая штука-то была? Я что-то там умер. Вот тупой, вообще ничего не понял. Нет, я зашел в эту штуку и помер. Почему? Почему я помер-то? Ты не объяснил мне. Прими кол. Так потому что я тебя убил. Хорошо, я тебя приму, давай. А зачем ты убил-то меня? Я же тебе ничего не сделал. Ой, тупая. Ты издеваешься? Ты что, больной, что ли? У меня нет ничего, зачем меня убивать? Да не знаю. Вот голова себя, как трофей. Так это все головы, это люди все, что ли, у тебя здесь вот? Да. Со скинами. Да. Столько я людей убил. Ты зачем это делаешь? А чё, нельзя, что ли? Все равно админы-то не узнают. У меня все равно админ главный брат. Ну, ни хрена у тебя не админ, не главный брат. Я знаю админа. Его зовут Николя, и Иван зовут. Ой, да не ври ты, кого ты там, ага? Ну-ка, а где у тебя эта комнатка золотая? Иди сюда опять. Эй, кто меня бьет? Я не знаю, кто тебя бьет. Комната у тебя золотая. Вот я в ней стою. Верни мне ресурс, пожалуйста. Да иду. Жди, а? Чё? В смысле? А. Где моя комната? Ты ресурсы верни мне. У меня был там тогда 5 алмазных... Где моя комната? Все, что у меня было, 5 алмазных блоков. Ты их забрал. Верни мне их. Я на спавне. Верни мою комнату, быстро! Да ладно. Какую комнату? Золотую! Так я здесь как... их убивал! А как я ее забрать-то мог? Ты что, больной, что ли? И куда головы мои трофеи? Не знаю. Какие головы? Давай, давай я сейчас прибегу, я недалеко от твоего дома. Где да... ты? Стой, я сейчас со стороны того, той надписи бегу. Я верни уже... мне все! Так как я мог забрать-то? Вот я бегу. Я не там бегу, я пошутил, я с другой стороны бегу. Где ты? Где? Вот. Верни мне все! А как я верну-то? Я же не забирал. Ну я не знаю, попроси админов! Стой, ты если меня убьешь, я тебе точно... Отойди! Отойди, а! Уходите, играю, отойди! Отойди! Хватит! Отойди! Да не буду я ничего делать, отойди! Дай поиграю, я с другом играю! Мама! Ты чё делаешь? Не ломай мне клавиатуру! Мама! Встань! Ты чё? Ты зачем меня убиваешь? Верни мою комнату! Как? Ну не знаю! Мама, я играю! Чё ты ржёшь-то? Я вообще не ржу. Ну чё смешного нету? Не, я не говорю, что чё-то смешно было. Я ничего, я не забирал твою... Голова, голова, трофей. На тебя мама уже кричит, ты понимаешь? Ты... Да ничего, нормально она прикрикивает так, даже ничего не делает. Чё ты... То есть тебе вообще пофиг, что ли? Нет, мне пофигу, да. Мама, я играю. Ну-ка перестань играть уже. Мама, ты чё сделала? Зачем ты клавиатуру сломала? Чё, дебил, ржат? Всё из-за тебя, мама, сломала клавиатура. А ты чё не двигаешься-то? Клавиатура сломана. Да ладно, там 2 секунды починить. Смотри, тебя кто-то бьет. Чё с моим домом? А ты да не двигаешься почему-то. У меня клавиатура сломана. В натуре? А мышка? Мышка работает. Что с моим домом? Ресы! Ты не можешь двигаться в натуре? Нет. Смотри, у тебя дом прям чинится. На глазах. Больше хорошо! Я больше не буду грифереть! Тебя же... Пожалуйста! Мама! Зачем
Ты реально так стоишь? Мама, сюда, выходи! Мама! Ну, почини мне дом, пожалуйста! Как я тебе дом починю? Пожалуйста! Я могу только вот так его починить. Нет, знаешь, у тебя даже мама против, чтобы ты играл. Нет. А мама тебе что говорит по счету этому поводу? Вот что я говорю, она еще полы моет. Пожалуйста, господи. Не надо. Ну, пожалуйста, ну разбань, ну разбань. Не-не-не, я не могу тебя разбанить. Если бы тебя мама хотела, чтобы я тебя разбанил, я бы тебя разбанил, но она не хочет. Мама, ну попроси, чтобы он меня спасил! Он быстро выходи отсюда! Я разбанил! Я сейчас забыл тебя тут от этого компьютера! Выходи! Меня разбанили, подожди, спасибо! Нет, не разбанили! Саша! Ничего плохого не сделал, я тебе даже алмазы дал! Так ты меня убил! Больше не буду. Ну ты грифер, понимаешь? Пожалуйста. Ну ты будешь другим игрокам портить всю жизнь здесь вообще и воровать. Не буду, не буду, можешь мне все уничтожить. Там дом я буду заново нет, делать, нет. Все, пожалуйста, только разбей. Ну я тебе не верю, все время так все говорят, а потом все портят. Ну, клянусь! Клянешься? Да! Прям клянешься. Да! А у тебя как клавиатура, она же сломана. Слушай, ну смотри, ну ладно, давай тебя разбаним. Давай. Сейчас, я твой ник не помню. Я тебя разбанил, заходи. Я твой дом маленько подправил, то есть заделал. Ты не разбанил меня. Я тебя разбанил, медведа нах разбанил. Все, заходи, я тебя разбанил. Подожди. Слушай, тебя мама, по идее, давно согнать должна, а ты все сидишь. Ничего, не сможет она. Слушай, а ты вроде взрослый, тебе сколько лет ты так плачешь? 15. 15? Да. Вот у тебя, о. Вот твой дом, я маленько его подделал тут как бы. Я почему-то не могу двигаться никуда. Я клавиатуру старую подключил. Ты не двигаешься, что ли, вообще? Тебе сломалась клавиатура, прям реально? Ну да, мама в голову сломала. Че ты врешь-то, голову он тебе сломал? Ты не вру. Смотри. Я не могу двигаться, тэпни меня куда-нибудь. А шевелиться можешь? Попробую еще раз. Давайте к себе, давай. Подожди, надо выйти в игру как? Не забыл! О! Хватит ты, выходи уже! Пожалуйста! Сейчас на дом только свой посмотри и все. Вот, я его восстановил. Я ж тебя тпхнул. Все. Нет! Ой! Вещи! Вещи! Что? За что? Ой. Ну что, играй так? Хорошо, что мне сетхом прописан, заново дом построю. А, то есть ты, понятно, я думал, ты справишься. Не, все, ладно, пока. Ай, да за что? Все, ладно, пока, игроки этого не одобрят. Да нет, нет. Да все. В принципе, да. Да. О, лаги пошли. Ладно, всем пока.